Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем кататься по дорогам Америки. В прошлой части мы с вами привезли топливо или пропан, что-то там было, из Лос-Анджелеса в Бейкерсфилд. Здесь, как вы помните, у нас гараж, я, конечно же, вернулся, отдохнул. Вот, давайте смотреть, что у нас теперь, что нас, точнее, теперь отсюда ожидает. Какие у нас есть грузы? Так, Портленд, неплохо. Ну, тоже неплохо. Я бы хотел все-таки попасть вот в Окснард. В тот город, который в прошлой части нас не дождался, скажем так, груз туда. Так. О! Смотрите. Автомобили там и там в Окснард. Немножко автомобили разные, но дают, в принципе, одну и ту же цену. Хм, интересно. Вентиляционная труба еще есть в Окснард. Чуток дешевле. Но за ней ехать далеко. Это как-то поближе. Вот одна и та же компания. Так, здесь 5 автомобилей. Ну, давайте вот эту возьмем, где 5 автомобилей. Пробовал я делать апгрейды на наш грузовик. Пока не получается. То ли мод недоделанный, то ли что-то, короче говоря, он... Игрушка вылетает. Так, дворники. Вот, кстати, версии игры я откатил до 1.5.3 ввиду того, что карты еще не сделаны под эту версию, да. Удобно очень зеркало, спасибо. Так, а компания у нас вот, смотрите, прям под носом, да? Давай уже проезжай, а. Так. Да, вот этот. Или этот, или этот. Но они действительно одинаковые, отличаются только прицепами. Здесь 4 авто, здесь 5 авто. Есть контакт. Давайте посмотрим наш маршрутец. Не доезжая до Лос-Анджелеса и сюда, в Окснард. Хотелось бы потом, конечно, вот еще здесь что-нибудь открыть. Что здесь такое? Ну, для начала давайте груз довезем. Для начала, конечно, давайте груз довезем.
141 миля не так уж и много. Ну, не хочется на самом деле, чтобы на карте оставались у нас неоткрытые города. Миль. Я вот не помню, в прошлой части мы выжимали из этого красавца 55. Уступил дорогу. Благодарю. Так, доход от водителя 1600. Хорошо. Ну, в принципе, запросто выжимается. Даже уже превышение пошло. Так, а версии 1.6 они что добавили? Подъемную ось, кажется. Полицию добавили они в Евротраке. Ее не было раньше, именно патрулирующих. Что среди дороги могут оштрафовать. А здесь-то это все уже было, кажется. Так, давайте здесь скринчик сделаем. Или мне кажется, или игрушка поярче стала, или это за счет белого руля из слоновой кости. Или это за счет того, что дождь заканчивается. Раньше я не помню таких петляющих дорог. Все, 100 лет без дождика не ездили. Гаишник появится, как обычно, да?
что, мы двигателем не тормозим, что ли, или что? Что-то я не пойму. Красота. Красота. После того, как изменили масштаб, мне кажется, карта поменялась в лучшую сторону. Ввиду того, что добавили новых пейзажей. Один кофе и один булочка, да? Развязочки интересные. Дождик местами. То идет, то не идет. Каждый раз, когда под мостом подъезжаю, я волей-неволей вспоминаю эту серию, когда у нас фрейтлайнер верхушкой уперся в мост и застрял там. Это было, конечно, нечто. Конечно, нечто. Так, а что там за сборище впереди? Скорость все сбавляют. Вот сюда. Бабах, я так и знал, что он не остановится. 1800. Эх. Ну и ладно. Мог бы притормозить, да пропустить, да? Нет же. Так, а с каких пор у нас на таких перекрестках светофоры поставили? Что-то я не припоминаю, чтобы раньше были светофоры здесь. А? И то, что тут дорога широкая, скорее всего.
Вот ты, я думал опять штраф какой-нибудь. Выплата по кредиту. Установил я, кстати, модик один. Такой же, как в Евротраке нашел. Чтобы водители пустыми не возвращались с рейса. Посмотрим, насколько все это дело будет работать. Так. Ага. Да, я думаю, без проблем. Прям вот сюда, да? Как скажете. По сигналь, знаешь себе, куда там? Сказал бы я. Стоп. Ага, все. Вижу, понял. Попробуем мы вывернуть. Получится, не получится. Сомневаюсь я, что нам позволят так безобразно запарковать. Да. Не так-то все просто, оказывается. О, позволили. Хорошо. Так, и минус 1800 за аварию, да? 5000, грубо говоря, за рейс. Ну, лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Что ж, друзья, серия сегодня у нас такая вот коротышечка будет. Если она вам понравилась, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну и увидимся уже в следующей части. Всем удачи и всем всего хорошего.